Всем привет, друзья. Что приключилась беда очередная. Значит, из болгарки резко пошел дым. Надо посмотреть, что там с ней случилось. Для этого раскручиваем этот механизм работы. Я не вижу смысла его раскручивать, поэтому раскручиваем сразу вот здесь. Крышку. Не снимается. А, не снимается, потому что надо еще обратить вот здесь. Значит, щеточками, видите, все вроде бы как хорошо. Нужен какой-нибудь инструмент. Ну, мы можем вообще щеточки наши крутить маленько вот так и вытащить ее вот так вот, видите, щетки на месте. Вторая щетка, в принципе, не нужна. Так, и смотрим, что же здесь случилось. А что здесь случилось? А здесь горела, похоже, обмотка вон внутри. Воняет там жутко, ужасно. Потому что здесь все нормально. Подшипник, ну, шумит, но работает более-менее. Этот подшипник, механизм тоже работает. Вот эта выработка, это просто на заводе снимали, балансировали. И с якорем тоже все в порядке. А вот с обмоткой местной вообще не все в порядке. Сейчас я щетку обратно закручу, чтобы она не болталась там здесь.
Да, друзья. Жопка нашей обмотки. Это очень жаль. И очень я сомневаюсь, что такой вариант подлежит ремонту. Ну, хотя здесь все откручивается, все выкручивается. Можно открутить и попробовать на рынке приобрести. Сейчас я ее выкручу. Такие вот длинные два болта держат обмотку. Дальше что, она вытаскивается, не вытаскивается? Ну, вроде как вытаскивается, но ее держат еще. Вот здесь вот есть такие вот. Ну, их, конечно же, нужно снять. И запомнить, где они стояли, кстати, с помощью этого видео. Вырвало, а мог бы вот так вот чуть-чуть приподнять вот эту колодочку, она приподнимается вот на защелочках здесь. А нет, друзья, все остальное вообще в полном порядке. Ну, только получается обмотка. Так, ну и вот это вот. Вот таким вот образом тоже. И вот здесь еще одна идет. Идет, идет, непонятно, куда она идет. Вот такая вот она. Обмотанная, примотанная, идет она на в общем, вы поняли. Я так думаю, что вот здесь у нее скрутка под вот этой вот. Вот она, скруточка наша. Её, ну, как-то так. И вот эту всю назад ставим. Вот так вот она стояла, а вот здесь она соединялась дальше. Ну, как-то так. Возможно, и не так. Скорее всего, вот так. Ну, не суть. Так, теперь вытаскиваем
як эту самую обмотку. Все, обмотка в принципе пошла. Больше ей ничего не мешает, проводов. А не, вот еще есть провод. Друзья, точно такой же провод и на второй. И на второй. То же самое его раз. И обратно ее засунули. И вытаскиваем. Вытащили. Что-то здесь выпало. Сейчас вот эти клемки можно назад поставить. Папы с мамами. Ну, можно просто в общую кучу кинуть всех остатков. Надо. Так, друзья, ну вот что получилось с нашей обмоткой. Мы видим жесткое поплавление. Конечно же, она работать не будет. Ну, вот такую обмотку надо будет покупать. Для того, чтобы отремонтировать болгарку. Так, ну назад смысла нет скручивать, это как бы инструмент в стадии ремонта находится. Есть только смысл сделать вот так вот, чтобы ничего не потерять. Вот так. Ну а это можно сложить куда-то в отдельную коробочку положить. Так, ну все, друзья, продолжение следует. Я купил вот этот вот, расскажу, где я его нашел. Как я его искал. У него сгорело. И продолжил. Сгорел статор. Ну, сейчас попытаемся перемотать. Значит, первое, что мы делаем. Если у меня вот такой штангенцель. Короче, будет видео про то, как сделать это все на коленке, сидя дома. Вот такой штангенцель. Значит, берем и меряем, что у нас тут получается. Диаметр какой у провода? 0,02 миллиметра. 0,2. Значит, ну, вы понимаете, что все очень примерно будет. Поэтому как бы меряем этот. 0,1. Значит, что дальше? У меня есть вот эта катушка. Ну, собственно говоря, она просто у меня есть. Я ничего нигде не покупал. Поэтому я планирую использовать ее. Я хочу проверить на изоляционность этого провода. Значит, сам вот этот вот маленький аккумулятор дает у нас 7 вольт. Значит, вот я подвязал к нему провод. И видим, что сам провод ничего не пропускает. Это хорошо. Значит, что дальше? С этим разобрались. Дальше я вот здесь вот отогнул. Нам нужно обрезать. Кстати, смотрим место пробоя. Место пробоя где-то вот тут. Там прям видно на пайку. На пайку мы уберем с помощью распильника.
Ну, видно, что вот этот, допустим, ходит ходуном. Но мы его все равно не вытащим, потому что он запаян. Ладно, сейчас разберем еще ту вторую и посмотрим. Значит, наша задача посчитать витков. Друзья мои, 217 витков. Я хз, конечно, но 217 витков. 217 витков проволокой 2 мм. И загнутая полярность. Ну вот как-то так. Вот столько вот проволоки намоталось, размоталось. Причем, если чего, эта проволока не медь, это алюминий. Да? Ну, белая. Да, это алюминий. Ну, короче, медь будем мотать, поэтому 200 витков хватит. Так, теперь по вот этому проводу. У нашего провода диаметр 2 мм, у этого 1 мм. Ну, грубый замер. Значит, сечение у этого получается 0,3, у нашего получается 0,9. Соответственно, этих надо 3. Друзья, 3 в одном витке. То есть нам надо отмотать и 3 спарина. Если у нас диаметр 4, то окружность получается 4 умножить на 3 и 4. Ну, 12. Ну, на 3,14 точнее. Ну, 13 сантиметров. То есть в одном витке 13 сантиметров умножаем на 200 витков. Получаем цифру. Задача-то безумно усложнилась. Тем, что, блядь, у этой проволоки сечение не то. Так, ладно, поехал я за проволокой нужного диаметра. Прошло 2 месяца, мне с AliExpress пришла вот эта вот. Как она там называется? Проволока эмалированная, чекали. Как-то так. 0,25, здесь 0,2. Ну, в общем, здесь было 200 витков. В общем, сделаю там 190 витков. Вот. Буду наматывать вот сюда, это чуть больше, ну как бы там по размерам все достаточно. Наматываем, потом будем смотреть дальше, что будет потом. Делаем. Ну, как-то так, друзья. Вот одну я намотал. Как-то так получилось. Значит, для вот этой бумажки использую вот такую вот, не знаю, что это. У нас такой вот какой-то внутри, типа ткань, сверху бумажка. Была, просто была. Так, ну где-то вот полчаса ушло на вот эту всю историю. Угу. Ну, в общем, давайте мотаем дальше. В общем, прошло еще немножко времени. Значит, намотал я их 2, достал вот такой вот лак, у меня тут остатки есть, паркеты, пойдет. Значит, самое главное, вот здесь вот вы должны просмотреть, и не должно быть торчащих частей никаких. Ну, вот видно, там бумажка торчит, я ее сейчас уберу, вот это вот. Вот это. И все, значит, что дальше? Положили вот так, я тут крышку положил, вот такой шприц взяли, можно старый, открыли лак, заболтали его, открыли, прокапываем,
Вот таким вот образом, прям в него, прям туда. И чтоб он вовнутрь зашел. То бишь, я вот так вот его переворачиваю, ставлю. И то же самое делаю, прокапываю. Ну, в общем, как-то так. Ничего тут такого сверхъестественного нет, народ. Просто одеваете перчатки и делаете это дело. Да, обычным вот паркетным лаком. Ничего как бы такого тут нет. Так делаются все катушки. Абсолютно. Вот так. Вот чуть-чуть сделали. Ладно, я продолжу уже не на камеру. Потом результатом поделимся. Ну что, друзья, прошло пару недель. Продолжаем. Значит, он еще мягкий лак, но уже как бы более-менее все это дело пригрело. Так, теперь наша задача поставить вот эти вот штуки. Ну а здесь, соответственно, мы немножко заизолируем. Есть у меня такие остатки. Это для того, чтобы не было там перетираний. Никакого формата. Так, остатки какой-то там изоленты. Ну, сюда сойдет. Она не очень липкая, поэтому я ее и взял, чтобы можно было затянуть. Вот так. Ну, делаем так каждую. Так, ну дальше вот эту вот штуку продеваем сюда. Вот эту какую-то тут держал какая-то. Но она была. Я не знаю, насколько она нужна в новой версии. Ну, раз была, может это и неплохо. Так, так, так. Так, ну как-то вот так. Как-то вот так вот она. Вот как-то так. Ну и сделаем также аналогично вторую. Так, друзья, вот что получилось. Значит, помним, что на счетке идет стрелка, провод щеточный со стрелкой. Так, ну пробуем, вставляем, что оно получится. Итак, удалось все засунуть. Здесь все, естественно, оно прикрутил, хорошо упаковал. Здесь нужна перепайка небольшая, потому что не дотягивается вот, вот это до щетки дотягивается, но это не он. Значит, щетка вот у нас одна. Вот одна щетка. А, ну да, вот вторая щетка, это он. Вот эти вот, вот этот не дотягивается. Этот, наверное, тоже. Ну, хотя этот, наверное, дотягивается. Это на кнопку. Так, ну перепаиваем, переделываем, будем собирать и запускать. Итак, друзья, все закрутил, здесь все перепаял, все запаял, по идее как надо. Поехали, ставим эту штуку. А, сначала якорь. Ставим якорь.
там щетки, надо их раздвинуть, снимать, делать, наверное, не получится, хотя. Значит, удерживаем руками, раздвигаем, соответственно, как обычно, отверткой. Сейчас они опять захлопнутся, и опять надо раздвинуть. Раз. И раз. Вот теперь все, теперь они на якоре. Так, и вставляем. Только вставляем так, чтобы не было никаких перекосов. Вот так. Отлично. Так, саму болгарку тоже мы закручиваем. Здесь у нас стандартных 4 болта. Так, на шуруповерте ставим 5-ю скорость. Немножко приживаем, давим. И так. Можем удлинитель. Удлинителем вот сюда. Вот этот наперекосяк идет. Это плохо. Не получается. Но мы не должны сдаваться. Поэтому откручиваем вот этот. И закручиваем все-таки вот этот. Он уже все прокручиваться стал. Плохо дело. Ну, что делать? Давайте хотя бы на третьей скорости попробуем. Нифига, прокручивается. Так, ну ладно. Ставим обратно вот этот. Так, есть. Ух ты, а я забыл поставить вот эту штуку. Так, ладно, сейчас разберусь, его попереставлю. Сейчас главное проверить, да? Да. Работает все это дело или же не работает? Так. Берем вилочку. Вставляем. Вставляем в розеточку. Ну, вроде ничего нигде не дымит, это хорошо. Так, щетки у нас стоят, все здорово. Спробуем. Ничего себе, народ! Все работает. Получается, что я супермастер. Не горит, не дымит.
Ну, как-то так. Здорово, супер, я рад. Так, друзья, еще один момент. Забыл это сделать. Вот этот вот подшипничек, ну, смазываем, соответственно. Берем блю смазку синюю и прям туда гоним, гоним, загоняем. Чтобы там была смазка у нас. Вот как-то так. Народ, вот эту вот пластмасску я забыл поставить, ну, собственно. Ну и хорошо, что я все это разобрал, чтобы смазать опять. Так, друзья, ну вот, в принципе, и все. Значит, еще раз проверка. Все работает. Давайте теперь проверим и посмотрим, насколько все работает. Какой-нибудь час. Так, вот такой есть. Небольшой у меня диск. Так, где-то ключ, вот он ключ. Закрутили. Так, теперь какую-то железяку. Ну, что-нибудь хоть какие-то серьезные, что-нибудь небольшое, да? Вот такой есть фильтр. Давно хотел посмотреть, что там внутри у фильтра Stellux. Вот давайте-ка его мы и распилим. Ну, в общем, как-то так. Вот я ей распилил сейчас фильтр Stellux. Кстати, фильтр очень даже неплохой. За время эксплуатации у него есть, значит, перепускной клапан, резинка, где-то вот здесь была резинка. Вот так этот Stellux выглядит. То есть болгарка справилась на ура. Резинка не дубовая, такая даже еще эластичная. Значит, сам фильтр полностью забитый. Ну, собственно говоря, я вообще рекомендую. Неплохой фильтр, ну, довольно неплохой. В общем-то, у меня к нему претензий вообще нет. И даже этот перепускной клапан, он работает, если вот смотрите. Значит, ну да, это так было. Для того, чтобы понять вообще работоспособность нашей болгарки. От себя что хочу добавить. Если у вас есть часа два времени, под рукой проволока и лак быстросохнущий, пожалуйста, делайте, перематывайте сами, ничего в этом такого нет. Но если это все как я будете заказывать, ну придется ждать долго. Но я рад, болгарка отремонтирована, работает. Не знаю, что я там сэкономил на самом деле, потому что болгарку я покупал за 1000 рублей.
В общем, она у меня служила 2 года, но вот она вернулась. Ну, это, знаете, это как религия какая-то, моя личная. То есть не выкидывать вещь, которую ты знаешь, где она сломалась, и знаешь, что имеешь право починить, и можешь это сделать. То есть я обязательно ее починю. Ну, такая вот, такое мое собственное, личное. У каждого, конечно же, оно по-своему. Кому-то нафиг не надо, кто-то просто из-за того, что вещь постарела, даже если она работает. Есть такие люди, которые берут и выкидывают. Просто устаревший материал, ну и так далее. То есть я себе в любом случае куплю, конечно же, болгарку беспроводную, хочу на аккумуляторе, но эту болгарку я починил и оставлю, конечно же, для того, чтобы она просто в хозяйстве была. А то, что я ее отремонтировал, я очень рад. Все, всем спасибо, удачи в ремонтах, пока. Вот такой был обзор. Подписывайтесь на канал, ну все ссылки в описании.